Друзья Мира Андреева, Мира, тебе так хочется обнять крепко, крепко поцеловать, сказать, да. что все будет хорошо, ты большая умница. А, давай разбираться. Такое ощущение, что игру свою немного нащупала во втором сете. Да, именно в первом сете было немного тяжело э, найти ритм, и в целом она очень агрессивно началась. Я вообще, по-моему, проиграла шесть очков подряд э, первых, но я потом смогла выиграть гейм на своей подаче, но она очень-очень хорошо начала, и я думаю, в этом она и отличается, наверное. Э, от всех, потому что она сразу знает и умеет э, это делать, начинать сразу агрессивно давить. И э, в первом сете мне было тяжеловато что-либо противопоставить ей, но во втором сете я более-менее как-то нащупала игру, нащупала ритм, скорость, на которой мне удобнее, но все равно вот так сложилось, что не хватило немного. А может человеческий язык привести на наш обывательский Что нужно делать? Тебе конкретно, чтобы навязывать борьбу Арине и обыгрывать ее? Ну, Но... она сама, по сути, очень агрессивный игрок. Бьет и... да, сильно. Да, она старается все играть быстро, и она делает, она очень широко и глубоко играет mm -hmm. при этом, а, поэтому я думаю, что если бы, может быть, у меня получалось играть более длиннее, mm -hmm. а, какие-то, не знаю, более долгие розыгрыши пытаться завязывать и там хотя бы держать свою подачу, может быть, у меня бы получилось выиграть хотя бы сет, и там бы уже, не знаю, посмотрела, mm -hmm. как складывается игра. Но вот пока это то, что мы имеем. Почему так критически к себе относишься? Она сказала на пресс-конференции, что Позитивно каких-то вещей не видишь. Да, но это так всегда у меня в день проигрыша я вообще очень мало могу сказать позитива и каких-то позитивных слов про турнир или про игру. Поэтому нужно немного подождать день-ка-два, чтобы я уже с холодной головой, со свежей эм, оценила, в принципе, всю ситуацию и сказала: действительно, что я думаю, а не на эмоциях там. Сказала, что я вообще ужасно играю. Давайте завязывать с этим теннисом, поехали домой, как обычно бывает. Вот. И поэтому, да, мне нужно просто немного времени, чтобы действительно подумать и уже с холодной головой оценить ситуацию. Тогда это мы на себя возьмем. Мы тебе да. будем говорить хорошие вещи: 17 лет. Очередной супертурнир, два года подряд. Этим ты можешь гордиться. Да, это правда. А ты мне говорила, что ваша работа, с с Мартинес сейчас как раз такая очень крепкая да. и интересна. Я правильно понимаю, что ну, вот тестовый период он завершен, либо вы еще в рассмотрении, еще а... еще пробуете друг друга, скажем так? Я бы сказала, что, наверное, еще пробуем. Uh -huh. Uh -huh пока, конечно, результат вроде хороший, но, может быть, я не буду с ней работать, я все равно проиграла сегодня. Мы посмотрим, мы вот сейчас тоже вместе поедем в Рим, и я думаю, в принципе, мы договорились, по-моему, я не очень знаю. Ну, мы, по-моему, договорились на грунтовый сезон угу. попробовать. А, вот, поэтому мы вместе поедем в Рим, там тоже посмотрим. Но в целом мне пока все нравится. А, очень мне нравится атмосфера. И, в принципе, какие она мне слова говорит, она потому что играла в свое время. Это санка как будто она старая, но нет, она играла <laughs> а, немного времени назад, и она тоже, в принципе, хорошо меня понимает, а, знает и видит, там, если я где-то волнуюсь, может, она меньше говорит или какие-то правильные слова находит. Поэтому в этом плане мне пока все очень нравится. Мир, последний вопрос. Я видела видос смешной, как ты тренировала твинов да. сегодня. С какой-то попытки получилось Это в Получилось с третьей попытки у меня попасть. Но я так скажу, я в этом плане у меня прогресс, потому угу. что да. до этого я тренер не попадала ни разу в корт я только там его била получалось иногда если попасть струнами это вообще супер вот иногда там я в ногу себе ударю ребром вот а сейчас уже с третьей попытки я вообще в корт попала это вообще чудо а в чем фишка а координация а, вообще да координация и как мне еще тренер а, объяснял там нужно мяч сыграть очень низко к полу, чтобы попасть. Я все время его играю там на уровне таза, на уровне колена, и я у меня вообще ничего не получается. Но вы по твинерам, я думаю, Даша Касат, да, обратитесь, да, она, она того все расскажет. Мира, ну еще пару турниров и все точно залетит и прям в матче. Спасибо тебе большое, мы тебя обнимаем, поздравляем, очень любим холим или не Мира Андреева.